Дима Грибанов уже финансово подкован. Тему изучал в теории, с проблемами по этой части сталкивался на практике. Как отражать атаки кибермошенников, знает не понаслышке. Нам тоже проводили уроки по данной теме. Безусловно, не стоит вестись на все приходящие сообщения, в которых говорится, что это якобы банк. Если вдруг появились какие-то подозрения, что могут разводить на деньги вас, можно незамедлительно обратиться в ближайший отдел банка и получить поддержку. Ксюша Прилуцкая однокласснику в знаниях не уступает. Легко отличит фальшивую купюру от настоящей. Уроки финансовой грамотности считает полезными для всех. Конечно, такие уроки, безусловно, нужны, важны, потому что, мало ли какая ситуация в жизни, и такая информация обязательно пригодится. Онлайн-уроки по ту сторону экрана ведут опытные эксперты. Среди них сотрудники Банка России. Программа рассчитана на старшеклассников и студентов техникумов и колледжей. Проект уже показал свою эффективность весной 2020-го. В регионе прошло около 3000 таких занятий в 500 школах. Данный проект позволяет получать любому школьнику правдивую и точную информацию от экспертов финансового рынка. Кроме того, есть возможность задать вопрос эксперту и получить квалифицированный ответ. Финансовые уроки продлятся до 18 декабря. За это время в курских школах пройдет больше 350 дистанционных занятий. Мария Колосова, Геннадий Воробьев. События дня.